смотрим. Вот видите, еще. О! Зажегся. Как вы думаете, что произойдет, если взять и сварить баллон? Ну, взять кипяченую воду и вскипятить его. Давайте проверим, что будет. Потому что многие любят греть баллоны. Показать, потому что и рассказать, почему нельзя греть баллон. Мы попробуем баллон, нальем воду, поставим баллон сюда в кипяток. Будем кипятить баллон и посмотрим, взорвется он или нет. Потому что многие греют баллоны там зимой или когда они перестают работать, в теплой, в горячей воде. Потом начинают греть горелкой, понимаете, баллоны горелкой греют. На газу вот так сюда ставят, когда чайник кипит. Бывает вот сюда ставят, баллон рядом ставят, чтобы он нагревался. Ну, чтобы продлить там, ну, чтобы подольше работал баллон. Что он здесь бывает, я же говорю, замерзает иней. И все, и газ не идет. И люди, чтобы погреть, ставят вот так, рядом с газом. Мы также попробуем поставить. На огонь поставим, рядом, кипяток. Мы по-разному попробуем нагреть баллоны. И посмотрим, взорвутся они у нас баллоны или нет. Опасно ли греть вот так баллон? Чем это опасно, чем это чревато? Когда вы греете, там, например, в машине греет, в палатке, или когда вокруг люди есть, да? Это, я вам скажу, очень огнеопасно. Я вам приведу пример. Что, давайте проведем эксперимент. Нальем сюда воду и сварим баллон, газовый баллон. Взорвется он у нас или нет? Потому что, я же говорю, потому что многие пытаются нагреть баллон в горячей воде, чтобы он дольше работал там, лучше работал и все такое подобное. Наливаем воду и попробуем закипятить баллон в воде. Попробуем, что из этого получится у нас. Вот такой вот эксперимент будет у нас. Ставим баллон и включаем газ. Посмотрим, что произойдет из этого. Ну что, включили газ, посмотрим теперь, что произойдет. Так что смотрим, взорвется он у нас или нет. Короче, друзья, я вам скажу, что это вообще газ, газовый баллон, это далеко не шутки. Так бабахнул, что я сам чуть, ё-моё, не наделал. Плитка вообще превратилась в хлам, короче. Смотрите. Ее вообще разорвало просто в хлам, в пыль. Ё-моё, ковшик превратился вообще в казан какой-то. Короче, такая сила невероятная, просто какой-то маленький баллончик рвануло так. Хорошо, что я выехал далеко, там, где нету людей и никого вообще вокруг нет. А представляете, это в машине рванет. Или где люди вот рядом, да, в палатке, возле палатки. Это вообще крышка. Стол, блин. Вообще просто. Она вот так вот плитка стояла. Короче, когда баллон варился, я же его поставил. Он кипел. Рвануло вот так. Представляете, какая сила надо быть, чтобы плитку разломать стол. И плитка прошла через стол насквозь вниз. Вон дырень какая.
Представляете, какая сила должна быть? Всю плитку разорвало, все разломало. Все, крышка теперь. Это вообще просто. Вот эта сила, просто что-то с чем-то. Жесть какая-то. Ё-моё. Филища. Так что будьте аккуратны. Будьте аккуратны с газовым баллоном. Видите, к чему приводит нагрев? Это я вам показал пример, почему нельзя греть воду в баллон в горячей воде, там, на огне, возле огня. Это, не дай бог, вот этот баллон взорвется. Это все. Крышка. Это может так покалечить, что даже и убить может. Так что лучше не грейте баллоны. Вообще это очень опасная штука. Баллон. Я сам даже не ожидал, что будет вот так. Представляете? Я сам от этого не ожидал. Такое просто от маленького баллончика. Я, конечно, вообще просто офигел, когда там рвануло, блин. Жесть, конечно. Так что будьте аккуратны. Я хотел еще провести эксперимент. Но на сегодня, я думаю, хватит эксперимента. Мы в следующий раз еще проведем. Я и так, блин, обалдел, блин, чуть не этот. Все, блин, крышка. Ладно, мы в следующий раз еще раз что-нибудь еще придумаем. Поставим рядом баллон, еще с чайником погреем. Короче, в следующий раз мы сделаем тоже интересный эксперимент. Ну, короче, вот так, все. Но это, я говорю, хорошо, что вот так все обошлось. Никто не пострадал. Представляете, это рванет в палатке, возле палатки, в машине. Потому что многие дальнобойщики греют еду, где готовят на газу. Представляете, это все бабахнет в машине. Все, машина вся разлетится, вся кабина. Так что будьте аккуратны. Водители, кто греет вот такой плиткой в машинах. Маленький баллончик может привести к большой-большой трагедии. Так что смотрите, будьте аккуратны. Видите, как вырвало. Короче, вверх вырвало напрочь. Жесть, конечно. Так, ну что, проверим на прочность теперь чемоданов и плит. Как они у нас проживут внутри. Смотрим. Все, видите? Все четко, все хорошо. Закрываем. Плиту закрыли. Сейчас попробуем мы переехать ее. Посмотрим, выдержит она автомобиль или... Так что давайте. Понравилось видео, конечно, ставьте класс. Ё-моё, порвало все напрочь. Жесть, конечно. Подписывайтесь на канал, еще что-нибудь, еще проведем эксперименты. Мы на этом, конечно, не остановимся. Но я вам говорю, будьте аккуратны. Это, конечно, да. И ковшик так погнуло, блин, как в казан превратился, ё-моё. Вообще, конечно. Блин, ребята, так что не проводите где-то вблизи эксперимент и будьте аккуратны с огнем, особенно с газом. Потому что можно очень сильно...